Здравствуйте! И сегодня мы продолжаем наше путешествие по Израилю. Зихрон Яаков – удивительно уютный поселок, расположенный на горе Кармель, недалеко от Хайфы. История поселка начинается в 1882 году, когда первых 100 поселенцев, евреев из Румынии, приобрели землю и начали строительство нового поселка. Строительство поселка и закладка новых виноградников велась при активной финансовой помощи барона Ротшильда. Зихрон Яаков является родиной израильского виноделия. В 1885 году при активной финансовой поддержке барона Ротшильда был создан первый винный завод «Винодельня Кармель», а также завод по разливу вин. В 1905 году здесь была открыта фирма «Кармель Мизрахи», которая объединила в себя винное производство Зихрон Яакова и Ришон Лициона. Эта фирма до сегодняшнего дня производит высококачественные израильские вина. Центральная улица Зихрон Яакова, Дерех ха-Яин, дорога вина, осталась нетронутой фактически с момента основания. Маленькие уютные домики, утопающие в зелени, привлекают множество туристов. В этих маленьких и уютных домиках открыто множество ресторанов, кафетериев. В сувенирных лавках можно приобрести себе что-нибудь на память о посещении такого маленького, но такого уютного старого центра Зихрон Яакова. И если вам понравилось мое видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Мне будет приятно знать, что кому-то интересно то, что я делаю.